Кубанского района. Закончилась третья четверть, начались каникулы, с чем я вас всех и поздравляю. И хотелось бы, чтобы эти каникулы вы провели с пользой. Ну, позвольте представиться, меня зовут Голик Светлана Муагедовна, я руководитель детско-образцово-вокальной студии «Обыкновенное чудо». И сегодня я хотела бы с вами поделиться, как можно правильно распеваться в домашних условиях и не навредить своему голосу. Для начала мы разогреваем голосовой аппарат мычанием. Всегда лучше разогревать мычанием. Мы берем, ребята, любую ноту, которая вам удобна. Кому-то удобно петь внизу, кому-то удобно петь наверху, кому-то наоборот в середине. Главная задача взять ноту и ее держать, пока у вас не закончится дыхание. Позвольте вам продемонстрировать. Вот мне, например, удобно здесь. И я ее мычу, а у меня уже животик напрягается, и мы этим упражнением убиваем сразу двух зайцев. Мы работаем над дыханием и разогреваем наш голосовой аппарат. Второе упражнение немножко смешное, но очень продуктивное. Ребята, вспомните себя, когда вы были маленькие и играли в машинки. Мы брали эту машинку и сами же ее озвучивали. Вспоминайте. Если у вас это упражнение не получается, не отчаивайтесь. Оно у вас обязательно получится. Опять же, вы это упражнение делаете на любой ноте, которая вам удобна. Кто-то может внизу, кто-то наверху, а кто-то вообще может... Просто поиграй с голосом. Этим упражнением мы опять же работаем и над дыханием, и отлично разогреваем голосовые связки. И это упражнение вам не навредит, вы можете дома заниматься сами. И третье упражнение. Значит, третье упражнение. Ребята, мы прорабатываем не только наш голосовой аппарат, но и артикуляционный, потому что мы же понимаем, что в песнях не только музыка, но еще и текст, который нужно проговаривать. И мы с вами третье упражнение прорычим на буковку «Р». Тут уже, ребята, ваша фантазия. Вы можете, я не знаю. Я знаю, что детки, они не умные, вы просто стоять не можете. Ради бога, ходите, гуляйте. Но смотрите, что мне делать. Обязательно, я вас прошу, соединяйте верхнюю и нижнюю нотку, потому что мы опять же прорабатываем дыхание, прорабатываем наш артикуляционный аппарат и соединяем верхний наш регистр с нижним регистром. Еще раз вам показываю, очень важно. У кого не получается буква «Р», тем более занимайтесь, вы как раз ее лучше проработаете. Снизу начинаем. Сверху, как будто с качельки. Дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось наше занятие. Репетируйте, работайте дома. Если есть какие-то вопросы, пишите. До новых встреч!